с вами за ходом матча «Динамо-Рига-Сибирь» будут наблюдать ваши комментаторы. Олег Власов и Артем Батрак. Всем привет, привет, Олег. Да, именно такая у нас сегодня. Две с небольшой минуты за игру. Неплохо, может быть, здесь угрожает воротам. Сейчас Сергей Шумаков и забивает. Седьмой номер открывает счет. Пролетает между двух. Отмечаем мы здесь и Адама Палашникова. Он эту атаку начал. Он включил сюда Сергея Шумакова. И Шумаков, ну, просто на скорости очень здорово обыграл Якуба Седлочика. Тот вроде бы голы забивал и выделялся своей активностью. Опасный момент сейчас у ворот Сибири. Виталия Павлов атакует, и 1-1. Счет сравнивает рижане, указывает арбитр на ворота. Ну вот, указывал там арбитру, но никакого контакта не было. Да, подключение защитника, бросок от синей линии, и там вот рикошет вроде даже был, там немножко неясно, может быть, и сам Салат коснулся. Большинство. Финч снова бросает и попадает. Гунтис Галвич, получается, это его дубль. Тут, конечно, Иван Верещагин немножко растерялся. Тот не успевал никак среагировать на такой рикошет. Все-таки сильный бросок был, да. И, кстати, отметим, что Салас практически успел. Практически успел. Он видел этот рикошет, он был готов, но вот слишком все быстро произошло. А это все всю полноценную домашнюю серию из трех встреч. Тревожно и очень тревожно. Третья шайба влетает в сетку ворот. Они очень быстро забили. Вот вбрасывание, да, шайба на синюю линию отскакивает. Рижане никуда не спешат. Индершинс вот сейчас за ворота сделает передачу. И посмотрите, как же все сделали быстро. Индершинс на Даржинса, Даржинс на Сестита. И вот за счет вот этой скорости передач, да, за счет быстроты, то есть не принимали там, не раздумывали заранее. Заранее посмотрел Даржинс, увидел прошлогодний плей-офф, где он, Якулов очень здорово смотрел через Мирау. Акулов. Бросок по воротам. И вот она шайба 17 номера. Константин Акулов. Третий гол в этом сезоне. Это легионера. Ну и вот тут тоже самостоятельно фактически до этого вошел в зону. Новосибирцы зацепились. Вот тут к нему отскочило, выкатил в центр, бросил. Ну, 3-2. Вообще веселая у нас игра. Ну и Константин Акулов здесь молодец. Он должен 3, но там важная смена. И, пожалуйста, сейчас нет, выйдут лидеры. А с вратарем так, конечно, не поступит. Панин поступит так. Здорово! В касание. Великолепный гол Дамир Жаперов забивает. Счет становится ничейным. Ну что, сработала замена. Рижан, Ральф Фрайбергс. Вот с одной стороны, правильно, да, он смотрел четко на Жаферова, но с другой стороны, не смотрел на шайбу, и это вообще непонятно. То есть он не видел, что там передача, бросок там. Он фактически эту шайбу мог остановить, если бы оглянулся. Спустился к борту. Бросок. Сергеенко. Рикошетит шайба. И оказывается в ловушке, так понимаю, у Седлыча. Ну, момент хороший. И давайте как-то сделали. Однако вот сейчас повтор хотелось посмотреть. Вот Сергеенко получает шайбу. Ну, единственная его проблема была в этой ситуации, что он был без скорости. То есть, если на скорости катил бы... Возвращает Шелунов Палашику, и вот она шайба, четвертая, Сибирь выходит вперед. Второе очко 16 номера в этом матче. Ну, подставил классно, вот прям здорово в такой ситуации, да, находился спиной. Ну и, в принципе, у него позиция тяжелая была, то есть не в полуоборот, а спиной к воротам. И он так классно еще подправил, ну вот прям молодец Наумов. Насели на ворота новосибирской команды. Тарзин бросок. Красиков что творит? Фантастика! Просто фантастика! Реагировал, и как красиво это еще выглядит. И самое главное, в какой нужный момент. Ну просто красавец. Просто красавец Алексей. И вот теперь вот понятно вот эти разговоры. А Салак, ну тут Красиков есть. Новосибирск с победой.
Получилась она волевой. Сначала выигрывали, потом пропустили три подряд шайбы. Уступали 1-3, собрались во втором периоде, сравняли результаты и в третьем вырвали победу. Владислав Наумов становится автором победной шайбы. Ну и один из главных героев, Алексей Красиков, сегодня ни одной шайбы не пропустил. И впечатляющий сейв на последней минуте, как апофеоз всего того, что мы с вами видели.